На 2021-2022 годы предусмотрено расселение 6 ветхих домов в Звенигороде и обеспечение 90 семей новым комфортным жильем. На реализацию мероприятия в бюджете предусмотрено более 260 миллионов рублей. Бюджет составлен как федеральный, региональный, так и местный бюджет. Израсходован 86% от суммы предусмотренных средств. В 2022 году по итогам аукционов приобретены 70 квартир в микрорайоне Восточный города Звенигород, дома новостройки номер 18-20. В 54 квартирах идет заселение, еще 16 находятся на стадии оформления права муниципальной собственности. А в 27 новоселы уже получили долгожданные ключи. С остальными 27 проводится поэтапная работа по заключению договоров с социальным наймом, договоров мены с последующей регистрацией в Росреестре и выдаче ключей. С тремя собственниками заключены соглашения о выкупе жилого помещения и выплачены денежные средства. На данный момент согласовывается аукционная документация для закупки еще 10 квартир. С 7 семьями продолжается работа. В рамках программы Одинцовского округа предусмотрено заселение 22 семей в составе 58 человек из аварийных домов номер 62 станции Усово и номер 4 в поселке Усово-Тупик. В этом году уже 12 семей переселились за счет муниципального бюджета. На еженедельном совещании Андрей Иванов пообщался с новоселами в формате прямого включения. У нас первое – это Захарова Людмила Васильевна. Она переселялась из Поречья в город Звенигород, микрорайон Восточный. Вообще все прекрасно. Вы знаете, я нахожусь в какой-то эйфории. Потому что у меня была коммуналка, а я получила таких хоромов. Это действительно, ну просто низкий поклон всем. Мы когда вручали вам ключи, вы обещали нас позвать на новоселье на чашку чая. Обязательно. До конца текущего года весь намеченный план по расселению граждан из ветхого аварийного жилья будет полностью выполнен. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Спасибо вам.